что пригорюнились-то, а? Носы повесили, ишь ты. Тут Лилёк на работе последнюю рукавичку изорвала. Решила. Настроение пижамное. Масочка. Намордничек. Ну какой есть, не продают. Руки мыть не забывай. Увлажняй все помещения. И в местах людей скопления ты пореже пребывай. Окна чаще открывай. Одевайся потеплее. И до самого апреля шапку лучше не снимай. Милый друг, не чихай. Витамины принимай. Слышит пусть коронавирус наши дружбы. Прощай, любимый друг. Чихай, не чихай, что бы там ни говорили. А наш Конти лучший в мире. Ой, победи эту тварь. Ну какой он там лучший? Ну в общем, не важно какой. Если деньги выдаст, будет лучше. А мы посидим, посмотрим. Ты в носу не ковыряй. Лучше маш там оксалином. Да не дыши ты никотином. В прорубь каждый день ныряй. Ты по лужам не шагай. После долгого гуляния спиртовое обтирание ты почаще применяй. Милый друг, не чихай. Витамины принимай. Пусть услышит наш коронавирус наше дружное прощай. Милый друг, не чихай, что бы там ни говорили. А наш Конти, ну, не последний в мире, победит и эту тварь. Ой. А скоро ж огороды начнутся, ребята. Это ж нам на руку, а? И воздухом подышим, и вирус победим. Семена накупили? Я еще нет. Подумаем позже. Милый друг, не чихай, витамины принимай. Слышит пусть коронавирус наше дружное прощай. Милый друг, не чихай, что бы там ни говорили. А наш Конти, а не хуже в мире, победит эту тварь. Да, милый друг, ну чихай, не чихай, а дома пересидеть надо. Это я так думаю. Милый друг, не чихай, что бы там ни говорили. А наш Конти, ну а вас там, кто там у вас, победит и эту тварь. А вы как думаете? Рукавички к нам приедут. А масочки тоже? Да. Отдыхаем. С душой. Расслабляемся. Не всегда есть возможность.